прикладе винтовки, из которой был позавчера в Питере убит чернокожий студент из Сенегала. Мы говорили об этой проблеме в прошлое воскресенье, показывали тех, кто сначала бил, а теперь вот отстреливает людей по расовому признаку. В понедельник в метро избили журналиста НТВ, а нашему корреспонденту после программы передали, что герои его сюжета, нацисты из Питера, приговорили его к смерти. Это было еще до исполнения в пятницу другого смертного приговора сенегальскому студенту. А тех, кто продолжает выносить свои приговоры и приводить их в исполнение, наш корреспондент Марк Подробинник. Они возвращались в общежитие с вечеринки, когда из этой подворотни выскочил человек и выстрелил из ружья. Пуля попала в шею 28-летнему студенту, гражданину Сенегала Саалу Самби Ламсару. Он умер на месте. Теперь они начинают убивать с оружием. Это ужасно. Я здесь живу, женат. У меня дочка, год и 8 месяцев. У меня жена вчера до сегодня просто плохо дома. Мы не знаем, что будет дальше. Друзья Самбы не сомневаются, его убили за темный цвет кожи. Они говорят, у него не было врагов, а на брошенном преступником ружье была вырезана свастика. И я не знаю, что именно мы виноваты. Потому что мы черные или просто потому что они не хотят, чтобы мы здесь били. Он пел русские романсы, но эти русские оказались далеки от музыки. Звон. 1 апреля в Москве нацисты не на шутку замахнулись на культуру, точнее на ее министров Кабардино-Балкарии, народного артиста России Заура Тутова. Они не просто говорили, а такое ощущение было, что отрепетировано. Кричали лозунги «Россия для русских», «Убирайтесь» и сопутствующие эпитеты «красивые» в кавычках. Министра и нескольких его знакомых избивало около 20 человек тяжелыми ботинками и пивными бутылками. Вполне возможно, совсем скоро в российском интернете появятся видеозаписи этого избиения. У скинхедов сегодня мода на свое национальное телевидение. На языке бритоголовых это называется «прыжок». Эти кадры снимали сами скинхеды. Точно так же неделю назад избивали продюсера телекомпании НТВ Эльхана Мирзоева. Вот он сел ко мне и начал там вот выяснять, ну, кто я по национальности. Не думали, что мне надо убраться из России. Москва – русский город. Конфликта можно было бы избежать, если бы не на станции «Охотный ряд», не другой парень из этой компании вылил на голову пиво из бутылки. И, ну, я встал, его ударил, и вот потом удары бутылками по голове. Один из самых известных скинхедов Москвы, Тесак, только что из типографии. В его руках напечатанная по его же заказу школьная тетрадь. Надо положить конец тому предрассудку, будто вопрос физического воспитания является частным делом каждого отдельного человека. Нет, это не так. Нет и не может быть свободы, идущей в ущерб интересам будущих поколений, а стало быть и всей расы. Слова на обороте тетради напоминают немного измененную цитату из «Майн Кампфа». На другой стороне сам Тесак со своими соратниками. Тираж тетради 5000 экземпляров, которые скоро должны разойтись по школам в разных российских городах. Юридически запретить их распространение невозможно. Эти кадры тоже снимали скинхеды. На них лидер одной из праворадикальных организаций Александр Иванов-Сухаревский принимает клятву верности. Из этого леса совсем скоро выйдет еще один юный националист. Новая жизнь начинается с нового имени. Фамилии человека так или иначе отражается его карма. Ты захватом. Ты должен будешь захватить власть в Москве. Я даю тебе этот крест, и будь верен до смерти. Верен до смерти! Одной клятвы мало. Чтобы стать полноценным членом организации, нужно выдержать побои от своих будущих товарищей. Добрый товарищ! Мы верим в себя! Не закрывай! Стоп! Держись! Стоп! Бьют, значит, любят. Возможно, в следующий раз новоиспеченный ариец будет сам принимать такой же экзамен у очередного новичка. Здесь вы, среди этой природы, у этих костров, вы боги! Вы арийцы! Иванов Сухаревский – лидер одной из самых многочисленных группировок скинхедов. За глаза его зовут фюрером, в глаза – не иначе, как вождь. Слава Артему! Слава Артему!
секретарь Народной национальной партии. Угу. Ганс, командир молодежного отделения Народной национальной партии. Мартин, командир Южного округа. Илья Янтарес, просто член рядовой партии. Станислав Гном, тоже рядовой партии. Дети своего вождя уже поделили Москву на секторы, так действовать легче. Теперь хотят поделить российскую политику. Жалею только о том, что на все задуманное сил не хватит. На милицию прыгает, пока сил еще немного. Вот. А кто ближайший противник? Это наши, так сказать, братья. Из бывших союзных республик, там, допустим, там из Африки, Азии. По их словам, сегодняшние скинхеды, особенно в Москве, стали умнее. У этих белых воротничков самые далеко идущие планы. Они идут в политику. Сергей написал несколько книг о скинхедах. О том, что они сейчас примыкают к каким-либо политическим партиям или пытаются легализовать свои организации, он говорит с полной уверенностью. Скинхедам говорят, вы теперь в НБП, не бросайтесь на наших соратников других национальностей. Ну, немножко их ограничивают, конечно. Но я знаю, что многие этим грешат. Там фактически некоторые отделения НБП, НБП – это скин-команды и с соответствующим менталитетом и действиями. Это митинг в центре Москвы. На нем национал-большевики вместе с ДПНИ, движением против нелегальной иммиграции, выкрикивают националистические лозунги. Обе организации с удовольствием принимают в свои ряды скинхедов, как бывших, так и действующих. Слава нации! Смерть врагам! Россия! Все остальное ничто! Россия! Все остальное ничто! Московский скинхед сегодня – это уже не лысый юноша в тяжелых армейских ботинках и военной куртке. Его повседневная одежда – это самые обычные джинсы и вот такая вот ветровка. Желательно хорошей английской фирмы. Именно у своих британских коллег российские нации позаимствовали такой стиль одежды. Кстати, голова бритоголового совершенно не обязательно бритая. Они легко и с удовольствием носят самые разные прически. В завершение образа – вот такая вот бейсболка. Увидев в толпе такого человека, только знающий поймет, что перед ним скинхед. По мнению экспертов, волна насилия от бритоголовых будет только расти. Чем незаметнее они становятся, тем вероятнее их действия будут более жесткими. Могу сказать, враги сейчас скинхедов более серьезные, чем негры. Это некоторые депутаты Госдумы, члены общественной палаты. Они ненавидят их больше, чем негров. Уже такая тенденция. Марк Подробинник, Евгений Баранов, Алексей Сонин, Анна Афанасьева, Алексей Виноградов и Иван Неклюдов. Воскресное время. Вообще такое ощущение, что минувшая неделя как бы подвела черту, и проблема скинхедов и всего, что с этим связано, уже перестала быть политикой, потому что ролики про арбузные корки – это одно, а почти ритуальные убийства людей – это совсем другое. Ни политический анализ, ни политические методы борьбы к этому явлению уже неприменимы. Здесь нужны какие-то другие средства. Что же касается политики, то...